Самые надежные знаки зодиака, которым всегда можно доверять. Что делает человека действительно надежным и заслуживающим доверия? Их умение искренне общаться, их стремление всегда помогать и поддерживать близких. Ниже описанные 5 зодиакальных знаков. Самые надежные. Итак, 5 самых надежных знаков зодиака, которым всегда можно доверять. Телец. Это надежный, преданный и стабильный человек. Телец не любит резкие перемены, и он обычно привязан к одному партнеру до конца. Тельцу нравится быть окруженным любовью и иметь общие интересы и предпочтения с близкими. Его основная задача – это сделать дорогих ему людей счастливыми как физически, так и эмоционально. Рак. Рак является лояльным, эмоциональным и милым человеком. Как только он начинает какие-либо отношения, то сразу полностью растворяется в них. Его преданность непоколебима, и нет сомнений в том, что рак всегда будет прикрывать вам спину. Этот знак яростно оберегает и защищает своих близких, желая, чтобы они всегда были в полной безопасности. С раком действительно комфортно быть самим собой и без страха делиться своими секретами. Дева. Девы – это аналитические, скрупулезные, но достаточно добродушные личности. Любая дева точно знает, что нравится и не нравится близким ей людям, и старается их не расстраивать. Хорошие коммуникативные навыки позволяют деве легко устанавливать контакт с окружающими и располагать их к себе. Этот знак Земли стремится выявить лучшее в людях и мотивировать их развиваться дальше. Весы. Весы – это справедливый и мирный знак, который постоянно стремится к сотрудничеству. Весам нравится устанавливать честные и открытые взаимоотношения без конфликтов и недомолвок. Они не делают никаких преждевременных выводов и не ввязываются в споры. Весы будут работать над тем, чтобы найти здоровое решение любых проблем, которые могут возникнуть в отношениях. Этот воздушный знак любит баланс. И он обязательно будут учитывать потребности и интересы своих близких. Козерог. Козероги ориентированы на семью, они практичны и ответственны. Этот земной знак весьма трудолюбив. Козерог будет вкалывать не только ради собственной успешности, но и для обеспечения своих близких. Он поддерживает дорогих ему людей, желая, чтобы те чувствовали себя комфортно. У Козерога очень реалистичный подход к жизни, и это означает, что он с большей вероятностью будет надежным другом и партнером. Согласны ли вы, что эти знаки зодиака – самые надежные? Напишите в комментариях. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.